сериале «Три сестры» увеличилось количество вопросительных знаков, орлиный характер меняет все. В Айвалыке продолжается работа над сериалом «Три сестры», который имел большой успех в первых двух сезонах на экране канал Ди. В новом сезоне зрителей ждет очень трогательный, полный драматизма сценарий. Волнение зрителей усилилось после выхода трейлеров к третьему сезону сериала. Никто не попрощался друг с другом, когда Тюркан, Дирья и Дюнюш покидали дом с красной дверью. Для «Трех сестер» начинается бурный период. Рекордсмен по рейтингам канал Ди сериал «Три сестры», встречающий зрителей с третьим сезоном, выходит на экраны с первой серии нового сезона вечером во вторник, 19 сентября. Сериал, неизменно завоевывающий признание зрителей своей искренней и теплой семейной историей, рассказывающей о семейных и братских узах, вступает в новый сезон с совершенно иной историей. Промо-ролик, в котором зрители узнали о том, что сестры Тюркан, Дюнюш и Дирья расстались, и каждая из них попала в совершенно другую жизнь, усилил любопытство к новому сезону. Что такое любовь? Любовь – это труд. Закончилась ли любовь Тюркана и Самер? Вопросительных знаков в сериале «Три сестры» прибавилось, характер Картала меняет все. Приготовьтесь к периоду, полному вопросительных знаков. Особенно ожидается, что персонаж Картала, которого играет Гюкберг Демирчи, станет причиной больших перемен в сериале в третьем сезоне. Те, кто смотрел трейлер с участием Тюркана, Самер и Картала, были полны сомнений относительно любви между Тюрканом и Самер. Сериал «Три сестры» заставит вас усомниться в важности любви и влюбленности, а не в бурной любви Тюркана и Самер в третьем сезоне. Уже сейчас очень любопытно, кого предпочтет Тюркан, Озгюкая, Самера, Беркер Гювен, свою большую любовь и отца ее ребенка, или Картала, Гюкберг Демирчи, который трудится ради нее. В актерском составе «Трех сестер» значатся следующие имена: Риха Аскан, Иклал Айдын, Беркер Гювен, Озгюкая, Алмила Ада, Мелиса Бербероглу, Веда Юрчевер, Тайфун Эраслан, Гюкберг Демирчи, Биниан Дюнмес, Назлы Сеня Мунал, Мурат Чидамлы, Вурал Шаханоглу, Хакан Аталай, Эмре Кывылчим, Эрен Анир, Мерви Шен, Зухал Акар, Айча Инчи, Гюльдистан Ючее. Режиссером сериала выступает Эда Тексёс, а сценарий написали Севги Йылмаз и Нилюфер Озчолик.